Органы государственной таможенной службы раскрыли попытку провоза крупной суммы наличной иностранной валюты – почти 287 тысяч долларов. Детали в сюжете, предоставленном пресс-службой Государственного таможенного комитета. В соответствии с законом о валютном регулировании, одним из органов контроля сферы в нашей стране является Государственный таможенный комитет. Согласно действующим правилам, физическим лицам разрешено снимать наличную иностранную валюту в сумме, не превышающей эквивалента 100 миллионов. Например, при расчете Центрального банка по курсу на 28 февраля 2022 года в настоящее время из нашей республики могут свободно вывозиться 9208 долларов. Если валютный эквивалент составляет 70 миллионов сумм, то есть 6445 долларов, то владелец будет передвигаться по зеленому коридору, а в случае превышения вышеуказанной суммы – по красному. 24 февраля 2022 год, время 2:35, Ташкентский международный аэропорт. Пассажиры по очереди проходят регистрацию перед вылетом в Стамбул. Однако, как видите, этот гражданин двигался по зеленому коридору. Его странное поведение привлекло внимание ответственных лиц. Багаж осмотрели. Комментарии здесь излишни. Эти пачки. Сиди. Заметьте, как хорошо подготовился пассажир. Замаскировав наличную иностранную валюту в своем багаже под еду, он пытался выехать за рубеж. Таким образом, оперативные структуры специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро» и пограничного пункта пропуска «Международный аэропорт Ташкент» пресекли план по незаконному вывозу 286 900 долларов у 19-летнего пассажира. Таким образом, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Кстати, за прошедший период этого года таможенниками во взаимодействии с другими правоохранительными органами страны выявлено 48 правонарушений на 8 миллиардов 781 миллион сумм.